Здравствуйте, в этом ролике я вам объясню и наглядно покажу, зачем платить больше за мегапиксельные камеры. Сейчас мы находимся в архиве и при помощи цифрового зума попробуем рассмотреть номер машины. Начнем мы с камеры Hikvision DS2CD8133FE. Это камера с разрешением 0,3 мегапикселя. Попробуем увеличить номер. Номер нечитабелен, мы видим просто мутное пятно. Теперь рассмотрим камеру Hikvision DS2CD8153FE. Это камера с разрешением 2 мегапикселя. При увеличении изображения мы получаем картинку, на которой, если вглядываться, мы сможем разглядеть номер. Но если машина будет стоять дальше, то номер мы уже разглядеть не сможем. И теперь рассмотрим камеру Hikvision DS2CD783FE, разрешение которой 5 мегапикселей. Увеличивая номер, мы его свободно читаем. Так что, поставив 5-мегапиксельную камеру во двор, можно будет читать номера всех машин, присутствующих во дворе.